день всем. Продолжаем наш подробный рассказ о третьей системе периодизации. Легкие тренировки я не стал снимать, там все понятно. Вы видели уже первые две части видео, это были тяжелые тренировки. И вы должны были, если кто-то делал, делать все то же самое, те же самые упражнения, только в легком режиме. Сегодня мы будем делать следующую тренировку, тяжелую, так называемую тренировку C. Для вас пока этот момент будет непонятен, откуда взялась еще вот эта тренировка C, а потом еще будет и тренировка D. В конце всех моих видео, всего их будет 4, будет подробно на графиках объяснено и разъяснено, как собственно распределять тяжелые тренировки, тренировки А, тренировки Б, тренировки С, тренировки Д по дням недели и как их чередовать с легкими тренировками. Ну и сейчас, как обычно, начинаем нашу тяжелую тренировку. Мы начинаем жима лежа узким хватом. Значит, в комплексе А мы жали широким хватом, сейчас мы жмем узким хватом, чтобы больше проработать трицепс и внутреннюю часть груди. Следующее упражнение — кисть в блоке, толстой рукояткой, как видите, работает одна кисть. Thank you.
когда все на них снимается. Следующее упражнение. Молот на скамье скота при помощи лямки и вертикального грифа. Половина амплитуды. Отказ.
Следующее упражнение у нас, как видите, пронация стоя в полную амплитуду с разворотом кисти в конечной фазе. Сейчас будет видно. Вот так. То есть амплитуда самая полная, которая возможна. Мне перед соревнованиями просто надо. И все. Вес? Да. То есть примерно, скажем так, скину? Я скину его. Это не проблема. Но у меня потом такие останется. Если буду заниматься, такие останется. Мне потом даже приехать надо. На 6? До отказа? Последнее упражнение. Кисть штангой на горизонтальной скамье при помощи утолщителей. Ну, у нас, видите, вместо утолщителей намотаны эластичные бинты. У кого есть утолщители, тому хорошо. В полную амплитуду 4 подхода до отказа.